Итак, добрый вечер. Давайте еще раз проверим связь. Как меня слышно? Поставьте плюсы, восклицательные знаки. Можно огонь, если хорошее настроение. Итак, меня слышно, вижу плюсы. Отлично. Начинаем нашу встречу. Наш открытый директорский вебинар. Время выбрано не случайно 17:00, для того, чтобы присоединились разные партнеры с разных регионов, где время по-другому, чем в Москве. Но те, кто не смогут быть с нами онлайн, сейчас вживую, мы записываем вебинар. Валентин, поставь, пожалуйста, плюсы, записывается ли вебинар, чтобы мы могли в дальнейшем все, о чем мы сегодня будем говорить, выслать нашим партнерам. Итак, по плану каждый месяц мы планируем с вами встречаться. Мы – это совет директоров. И цель наших встреч, цель, которую мы преследуем, прежде всего поддерживать вас на местах онлайн, потому что мы не можем сейчас выезжать по тем или иным причинам. Конечно же, рассказывать о наших онлайн-мероприятиях, которые расписаны на весь год, анонсировать те мероприятия, которые планируем проводить, обучающие, мотивационные, экспертные, в течение месяца текущего. И признание, так как сегодня мы вам презентуем очень интересную мотивационную программу, которая имеет отчет ежемесячно, и в конце года мы будем, конечно же, поздравлять самых лучших, кто в этой программе проявился. Сегодня как раз вот директорский вебинар будет и об этом в первую очередь. И, конечно же, это обучение. И сегодня мы запускаем новый формат встреч. И тех, кто смог найти время присоединиться, не только услышат новости, не только смогут распланировать все вместе с нами, но и также получить ценную для себя информацию от наших экспертов. И сегодня со мной в команде будет работать, взаимодействовать с вами Василий Спалеологу, Юлия Сугейко и Татьяна Карпова. Более подробно о каждом партнере, о каждом эксперте я расскажу чуть позже, перед тем, как буду их приглашать. Поэтому сегодня насыщенная встреча. Готовьтесь, мы будем примерно с вами работать около 2 часов. Это на самом деле непросто, но когда ты вовлечен в тему, когда тема интересная, а у нас тема очень интересная, я думаю, что за чашечкой чая дома или где-нибудь в своем офисе вы получите удовольствие. Поэтому возьмите свои телефоны, пригласите тех, кто, может быть, не знает о том, что сегодня встреча, что в 18:00 по Москве будет обучение от экспертов, и мы с вами начинаем. Следующая наша директорская встреча подобного формата, 2 в 1, встреча с директорами, встреча с экспертами. Запишите, все, уже начинается планирование. У нас состоится 6 марта, встреча с директорами в 17:00 по Москве, встреча с экспертами в 18:00. Почему планирование? Я думаю, вы очень хорошо понимаете, что в бизнесе, это мы с вами развиваем бизнес, мы не только занимаемся оздоровительными практиками, но мы развиваем бизнес. В бизнесе очень важно уметь четко определять цель, которая нас вдохновляет, нас усиливает, и, конечно же, планировать пути, как мы будем эту цель достигать. Ну а самая главная цель в бизнесе, одна из самых главных целей – это финансовое благополучие вашей семьи и вашей команды. Кому созвучны эти мысли, поставьте плюсы. Хочу увидеть вашу активность, пожалуйста. Итак, для того, чтобы наша встреча была еще для вас интереснее и вдохновляющей, в конце обучения для тех, кто был весь момент, вот от начала до конца, весь период общения и с директорами, и с экспертами, будет участвовать в розыгрыше The Matrix. И у вас будет право, у победителя, кто будет победителем сегодня, о правилах розыгрыша вам расскажет Валентин в конце, у вас будет право, у победителя, выбрать свой The Matrix, который вас будет оздоравливать.
А кто уже имеет D-Matrix, пожалуйста, поставьте восклицательные знаки. Мне интересно, насколько русскоговорящие партнеры активны в использовании новых продуктов. Ольга сегодня самая активная. Ольга, кстати, я заметил, она раньше всех пришла на вебинар. Правильно, Оля. Нужно владеть информацией первой и обгонять на поворотах, да, в бизнесе. Тот, кто владеет информацией, всегда впереди. Итак, хочу вас порадовать, что каждый вторник, начиная со следующей недели, мы планируем, так как сейчас Татьяна Петровна Коноплева, она находится в долгожданном отпуске, и она отдыхает, наполняется энергией, и по возвращению она начнет проводить свои системные экспертные эфиры в 19:00 по Москве. На эти экспертные эфиры она приглашает разных экспертов из бизнеса, из нетрадиционной медицины, из медицины, и дарит вам знания, энергию, вдохновение. Поэтому поставьте себе в свое планирование, что в 19:00 каждый вторник не пропускайте на Instagram, личном Instagram Татьяны Петровны и Facebook запускаются эти эфиры. Мои эфиры проходят каждый четверг или в 17:00, в зависимости от того, будут ли наши мероприятия проходить холдинга, или в 19:00. Следите за анонсом, и вы будете четко знать, во сколько. У меня такая же стратегия и тактика по проведению эфиров, но больше я поднимаю темы, касающиеся прежде всего бизнеса. И в этот четверг, 10 февраля, в 19:00 по Москве, я буду работать с очень сильным экспертом, которого знаю уже больше года. Мы в партнерстве. Это партнер холдинга, который вошел в программу Welcome Business. Но этот эксперт является профессионалом именно в инфобизнесе, как интернет-маркетолог. И этот эксперт, Анзор, его имя, Борчашвили, он также до встречи со мной занимался производством именно различных инновационных продуктов в сфере здоровья. Но когда он познакомился с компанией The Holding, он вдохновился и понял, что компания для него, это его компания. Миссия компании, технологии компании вдохновили Анзора, и он сегодня соединяет инфобизнес, интернет-маркетинг с сетевым маркетингом и интегрирует туда наши технологии. Поэтому мы с ним будем делиться, давать интересные знания, выводы, где сегодня, на сегодняшний день нужно быть для того, чтобы быть успешным в бизнесе. 10 февраля в 19:00 приглашаю. Также приглашаю вас, фиксируйте, 17 февраля в 19:00, это четверг как раз, мой эфир будет в 17:00, а в 19:00 будет бизнес-конференция на Facebook The Holding, которую мы будем проводить вместе с Василисом Палеологом и Юлием Сугейко. Три эксперта будут работать, которые будут раскрывать все грани нашей уникальной бизнес-модели Multi-Level Franchising. И каждый эксперт будет давать свое видение тем, кто придет на эфир, как сегодня в кризисе, в пандемии можно быть успешным и создавать международный бизнес. Запишите, запланируйте для себя эту дату и время. Будем с вами говорить о бизнесе в первую очередь. Также мы запустили ежемесячные wellness-конференции, и у нас с вами прошла первая wellness-конференция в феврале. Кто был, поставьте, пожалуйста, плюсы. И напишите одним словом, понравилось, не понравилось, что вы, вдохновились, не вдохновились. Работало 4 эксперта, раскрывая, так скажем, тему сегодняшнего дня, тему инноваций, как защитить свое здоровье, насколько вам интересен этот формат. И как раз приглашаю вас на следующую wellness-конференцию, где будет присутствовать Татьяна Коноплева, где будут присутствовать другие эксперты. Я уже примерно знаю, кого я приглашу. Пока это будет в секрете, в ближайшее время я буду рекламировать. Этот эфир есть в записи. Зайдите на Facebook холдинга. Кто не был, просмотрите в записи этот эфир. Там очень много интересных
знаний, видения о том, как в это непростое время защищать свое здоровье. Александр Семений, Марина Качанова, Алина Ромашенко делятся своим опытом, своей экспертностью. Все для вас, все для ваших клиентов и для наших партнеров. Итак, также хочу вас вдохновить. Запущен новый YouTube-канал, над которым работает профессиональная команда. Спасибо, Валентин. Вот вам ссылка, можете ее скопировать в чате. Призываю каждого партнера, который меня сейчас слушает, зайти после эфира, не сейчас, не отвлекайтесь, после эфира, после обучения, на этот канал. Просмотрите от начала до конца каждый ролик. Это повлияет на продвижение роликов в YouTube. Поставьте лайк, если нравится. Или дизлайк, если не нравится. Но Татьяна Петровна там, как всегда, вне конкуренции. Она, как всегда, прекрасна. Поэтому, я думаю, она вас всех вдохновит. И подпишитесь на этот канал, потому что это экспертный канал, где мы целенаправленно будем раскрывать тему именно наших технологий, тех насущных вопросов по здоровью, которые интересуют всех людей. Наш же канал, официальный канал холдинга, который существует уже больше 10 лет, остается, он будет библиотекой, где будут собираться все материалы, наши вебинары, и вы можете также его использовать. Но в продвижении в основном будет участвовать именно этот канал. Вам в помощь все видео, которые там уже созданы, там уже примерно около 6 видео, поэтому знакомьтесь, изучайте. Так, также хочу поделиться новостью. Вы знаете, что последние 2 года я работал над созданием книги и курса. Книга «Кризис как ресурс. Факт за кризис» вышла сегодня в мир. Примерно через неделю она уже будет продаваться во всех центральных магазинах России, и не только России, в странах СНГ. Первая официальная презентация книги будет проходить в доме книги на Новом Арбате. Я приглашаю всех, кто приедет в гости в Москву, всех, кто живет в Москве, и все партнеры, подчеркиваю, кто придет на презентацию 17 марта, я буду дарить книгу в подарок для вас, поэтому приглашаю, приезжайте. Будет интересно. В этой книге я описываю именно этапы кризисов, разные этапы кризисов, но главное, почему это интересно для партнеров, я описываю те этапы кризисов, которые переживала наша с вами компания, и как достойно мы с вами выходили через все эти этапы. Потому что по моим подсчетам мы с вами пережили около 6 сильнейших кризисов. Сейчас идет 7-й, но мы уже знаем, что с ним делать. Мы уже знаем, как развивать компанию в пандемию, как развивать компанию в политическом, экономическом кризисе. Поэтому все замечательно. И параллельно будет запускаться авторский курс, мой авторский курс, где я буду помогать людям именно проходить кризисы в своей жизни. Об этом я тоже чуть позже расскажу. Приобрести книгу, те, кто не смогут приехать на презентацию, можете, зайдя на мой топлинк ra-novikov.com, и там есть 3 варианта приобретения. Также есть возможность приобрести электронный формат. Итак, дорогие партнеры, все то планирование, которое мы организовали в этом году, в 2022 году, у нас распланирован весь год, каждый месяц. И хочу вам сказать, что все, что мы создали, все мероприятия, которые мы создали, в том числе вот это мероприятие, это часть большой концепции. Потому что основная задача, вот я вам просто показываю то планирование, которое сегодня есть лично у меня. Не надо это все переписывать, чтобы вы понимали, как первые лица холдинга смотрят вперед, на год вперед, понимая, какие должны быть события, мероприятия для того, чтобы поддержать своих партнеров и дать вот эту точку опоры, мотивацию, видение, знание для того, чтобы вы могли, несмотря на то, что мы не можем с вами сейчас пока вживую встречаться,
вдохновляться и двигаться вперед. Мы сегодня с вами еще об этом поговорим. Запланировано 108 мероприятий в этом году, 88 онлайн мероприятий и 20 офлайн, 20 живых. Я надеюсь, что офлайн мероприятия живые тоже все реализуются. Я надеюсь, что нас выпустят в другие регионы, в другие страны, где мы можем собираться, встречаться, вдохновляться и продолжать развивать наш бизнес. Разработан интереснейший формат под названием мастер-майнд и мастер-классы, которые позволяют именно проходить легко все кризисы, с которыми мы с вами сталкиваемся. В рамках пандемии, в рамках экономической ситуации наших стран. И я надеюсь, что уже с апреля месяца у меня получится встречаться с вами в первую очередь в странах СНГ, а потом я нацелен приехать с командой в Европу и там уже поддержать наших партнеров с этой программой. Запишите, пожалуйста, первое крупное живое мероприятие, которое планируем. Это все в планах, сейчас это все прорабатывается. Мы назвали это мероприятие «Ретрит» с Академией Resource. Примерно это мероприятие будет длиться от 3 до 5 дней. И мы выбрали для этого мероприятия Красную Поляну в Сочи. Это место силы, Краснодарский край. И в конце апреля мы планируем собраться для того, чтобы там поработать над собой, над своим состоянием, для того, чтобы следующую половину года максимально провести эффективно и результативно. Для тех, кому важно прокачать себя, поработать со своим сознанием, со своим состоянием, да, встретиться, да, получить какие-то наработки, интересные техники, да, я уже всех приглашаю. Кто бы хотел приехать на это мероприятие в конце апреля на Красную Поляну, поставьте плюсы, кого это вдохновляет встреча. Итак, следующая встреча – это уже мероприятие компании The Holding, международный лидерский слет, который мы планируем провести в новой стране, в которой The Holding никогда не проводил событий официальных – это Болгария. Мы выбрали город Варны, сейчас уже тоже идет подготовка, и в конце сентября мы хотим приехать всей компанией и провести там наши, ну просто незабываемые лидерские слеты, где будет и обучение, и вдохновение, и общение, конечно же, отдых. Да? Кого вдохновляет Болгария, город Варны, тоже можете поставить восклицательные знаки, потому что нужно встречаться, нужно общаться. Отлично. Дальше. Теперь, что касается моих личных мастер-классов и вебинаров. Как вы уже поняли, что в этом году мы очень активную работу начинаем именно в интернет-пространстве. Для того, чтобы вам показать пример, что нужно делать, в каком состоянии нужно быть и как работать с командой. Я сейчас создаю, как вы уже поняли, параллельно с книгой я создаю свой авторский курс и интенсив. И первые вебинары в рамках этой программы «Как победить кризис раз и навсегда» я буду проводить 4 вебинара 24 февраля, 1 марта, 3 марта, 10 марта. Даты могут еще меняться, корректироваться. На эти вебинары вы можете приглашать своих знакомых, друзей. Я буду рассказывать о наработках и формулах. И, конечно же, главным инструментом выхода из кризиса, как финансовым, так и кризисом в здоровье, будет наша с вами компания. То есть это инструмент вовлечения людей, создания для людей ценности через обучающие процессы. Да? Я надеюсь, вы это понимаете. И запланирована дата 22 марта, будет старт первого интенсива под названием «8 шагов по выходу из личностного кризиса». Вот, я вас приглашаю на эту программу. Реклама будет идти в основном на холодную аудиторию. Мне очень интересно пообщаться с людьми с разных направлений бизнеса. В основном мне интересны люди интернет-бизнеса, классического бизнеса и сетевого в том числе.
И все те люди, которые вдохновятся нашей темой, которую я буду давать, я буду, конечно же, приглашать в наш холдинг. Ну что ж, а теперь конкурс. Теперь конкурс, и берите, пожалуйста, фотографируйте, копируйте эти слайды, потому что на этих трех слайдах самая главная информация нашей встречи. Итак, конкурс от The Holding, партнер месяца, партнер года, который позволяет вам быть первыми и получать вознаграждение в виде подарков и в дальнейшем в виде реальных денег. Да? Я вам покажу следующие слайды, которые наглядно показывают, как это все работает. Итак, тот партнер, сейчас мы говорим о партнерах стран СНГ, тот партнер, который пригласит в бизнес наибольшее количество лично приглашенных, это могут быть клиенты, или это могут быть партнеры, которые зафиксированы в системе и будут как раз менеджеры, которые это будут все фиксировать. Этот партнер в конце каждого месяца будет вознагражден. И на наших вот таких директорских встречах мы будем признавать 5 первых мест. Понятно, да? Но и на каждом из мест, да, вы получаете свои преимущества. Итак, 5-е место. Подарка нет за месяц, но вы получаете 1 балл. Что эти баллы дают, я в конце скажу. 4-е место. Вы получаете 1 деликсир на выбор. 3-е место. Вы получаете... 2-е место. 1 деликсир и 2 балла. 3-е место. 3 балла. Вы выбираете The Matrix или 2 деликсира. Или-или. Мы даем выбор. 2-е место. Вы получаете 4 балла, к вам в копилочку, 2 дематрикса или 4 деликсира. И 1-е место, самое вкусное, самое интересное, вы получаете 5 баллов или 3 дематрикса или 5 деликсиров за 1-е место. Кого это вдохновляет? Кому интересно активироваться в лично приглашенных или по работе с личными клиентами, поставьте, пожалуйста, плюсики, восклицательные знаки. Но это не все. Это не все. Зачем нужны баллы? А баллы нужны для того, чтобы кто-то из вас стал партнером года. Баллы суммируются. И в конце года мы подсчитываем, кто больше всего набрал баллов в течение всего года. По сути, получается, что вновь пришедшие партнеры, которые включились в бизнес, могут выигрывать подарки за месяц, а те, кто уже разогнались и кто уже накапливает баллы, может помимо подарков еще получить денежное вознаграждение, где 3-е место – это 1000 евро вы получаете бонус, 2-е место – 1500 евро, а 3-е – 2000 евро. И я вас с этим поздравляю. Вот очень простые условия конкурса. Они начинают работать с начала февраля месяца, с первых чисел февраля месяца. В Европе этот конкурс длится с начала года. А знаете почему? Потому что этот конкурс был апробирован и придуман Василисом Палеологу. И в прошлом году он весь год оттачивал этот конкурс и смотрел, как это влияет на развитие партнеров в Европе. И это дало сверхрезультат во всех регионах. Поэтому мы переносим этот конкурс уже на всю компанию и на страны СНГ в том числе. И я вас с этим поздравляю. Ну что ж, первый мой спич мотивационный, связанный с планированием и с конкурсом, завершен. И я передаю сейчас слово Василису Палеологу. И вернусь к вам сегодня на обучение. Я вам подготовил две формулы, которыми пользуюсь сам. Две формулы, которые помогут вам быть успешными. Василис, выходи к нам. Спасибо за активность, спасибо за плюсы. Агнешка, Василий, здравствуйте. Здравствуйте.
Передаю вам слово. До встречи. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вас приветствуем из Греции. Сегодня мы хотим, чтобы вы все улыбнулись. Поэтому сейчас на запас улыбайтесь, потому что услышите только информацию, которая даст вам повод, чтобы улыбаться. Хамογελάστε λοιπόν, γιατί сегодня είναι η πρώτη мера της υπόλοιπης ζωής σας. Сегодня όλοι γιορτάζουμε. Είναι η πρώτη мера της υπόλοιπης ζωής μας. Сегодня у нас большой праздник. Сегодня у нас первый день остальной нашей жизни. Это очень важный день. Το πιο πολύ πράγμα στη ζωή είναι ο άνθρωπος να ξεκινάει. Αν μου λέγανε τι είναι αυτό που σου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση στη ζωή σου, θα έλεγα είναι το να ξεκινάω. Знаете, очень важно в жизни начинать. Потому что сам факт, что мы понимаем, что что-то начинаем, уже дает нам радость. Ξεκινάμε λοιπόν να βάζουμε στόχους για την επιχείρησή μας, για την the whole την επιχείρησή μας. Ξεκινάμε μετά αυτούς τους στόχους να βάζουμε ένα πλάνο, πώς θα τους καταφέρουμε. Και μετά ξεκινάμε να βγούμε έξω και να δούμε πραγματικότητα. А мы что начинаем? Начинаем делать наши планы. Наши планы, как успеть в компании Details. Начинаем делать наши конкретные шаги, обдумывать шаги, которые мы можем сделать с компанией Details. И начинаем слушать, что компания Details хочет нам предложить как инструмент, чтобы нам получилось еще быстрее и еще лучше. Η εταιρεία δημιουργεί ειδικά κίνητρα. Βγάζει λοιπόν καινούργια προγράμματα προκειμένου να σας επιβραβεύσει. Γιατί όπως λέω πολλές φορές, ένα πράγμα είναι πιο δυναμικό και πιο εντυπωσιακό ακόμα και από το σεξ και αυτό είναι η επιβράβευση. Α, καμπάνια, πρόστο, вместе с вами, в каждом вашем начале. Поэтому καμπάνια и сегодня вместе с вами, потому что сегодня Мы начинаем прекрасный первый день нашей следующей жизни с компанией Data Alice. И компания хочет вас признавать. А Василий говорит, что он считает, что кроме секса, признание – это самая приятная вещь для каждого человека. Έχετε πολλές επιβραβεύσεις εδώ με την Data Alice. Υπάρχει ένα καταπληκτικό marketing plan. Όσο κάνεις πρόθεση τεχνολογίας και δημιουργείς νέους συνεργάτες, παίρνεις αμοιβές. Αυτό είναι σίγουρα μια δυναμική επιβράβευση. Όμως εμείς θέλουμε κάτι περισσότερο. Θέλουμε να σας ενθουσιάσουμε. Θέλουμε να κατακτήσετε όλους σας τους στόχους. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το πλάνο, το οποίο είναι ο συνεργάτης του μήνα και ο συνεργάτης του χρόνου, το οποίο είχε πέρυσι καταπληκτική επιτυχία 40%. Но признание – это все новые конкурсы, которые мы вам предлагаем. Наш президент прекрасно рассказал про новый конкурс, конкурс для наших партнеров, который называется «Партнер месяца», «Партнер года». Это прекрасный конкурс. Мы его сделали уже в прошлом году для наших греков и киприотов. И оказалось, что этот конкурс принес не только признание, принес огромное развитие команд греческих и кипрских. И, конечно, кроме признания, доход для наших лидеров. Ώστε να δώσει κίνητρα σε καινούργια άτομα. Ο σκοπός που φτιάξαμε αυτό το διαγωνισμό είναι να δημιουργηθούν καινούργιοι leaders. Και αυτό πετύχαμε. Μέσα στην προηγούμενη χρονιά βγάλαμε αρκετούς καινούργιους leaders που έκαναν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, πίστεψαν στην εταιρεία, πίστεψαν στα όνειρά τους και άρχισαν να κάνουν πραγματικότητα. Δεραγίε, друзья, δεραγίε, λίδεροι команд, послушайте внимательно, что дал нам в прошлом году этот конкурс. Появились новые лидеры, появились в командах
новые партнеры, которые увидели, как могут быстро развиваться. Поэтому предложите в своих командах этот конкурс. Этот конкурс для новеньких, для начинающих, чтобы они в самом старте своей карьеры с Detailist Holding чувствовали с самого начала признание. И это очень важно. Подарки и признание. И это дает нам возможность приблизиться к нашим командам, приблизиться к всем новеньким и дать им шанс развиваться, потому что признаем каждого, каждого, который пробует. Ανταμείβει το αποτέλεσμα. Δεν είναι ένας διαγωνισμός που είναι θεωρητικός, είναι πρακτικός. Σου λέει λοιπόν ότι μπορεί να συμμετέχουν όλοι και πώς ο καθένας qualify, δηλαδή πώς ο καθένας μπαίνει στο διαγωνισμό, ποιο αποτέλεσμά του μετράει, μετράνε οι πωλήσεις του και οι εγγραφές των καινούριων συνεργατών. Άρα συγκεντρώνεται ο τζίρος μέσα από μήνα των πωλήσεων και του τζίρου που θα κάνουν οι καινούργιοι συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου και το welcome business, και βγαίνει το αποτέλεσμά του. Μετά συγκρίνονται τα αποτελέσματα και βγαίνουν οι νικητές. Каждый партнер имеет шанс быть первым и быть в первой пятерке, получать подарки и выигрывать. Что считается? Это очень практический конкурс. Мой оборот. Оборот значит, все мои приглашения клиентов, все мои продажи клиентов, а также все мои приглашения партнеров. Вся моя работа и в области продаж, и вся моя работа в области приглашения новых партнеров. Это моя личная работа. И это считается. Это считается каждый месяц. И если я в первой пятерке, я собираю, кроме подарков, баллы. И каждый новый месяц будет считаться мои старания заново. И я могу стать самым лучшим партнером года, самым активным партнером года. Не считается мой пассивный доход, а считается моя работа здесь и сейчас. Αν αυτός γράψει κάποιον άλλον που θα κάνει με το welcome business, ο τζίρος του άλλου μετράει στον προηγούμενο. А сейчас вы спросите, а что, если я приглашаю только людей на welcome business, которые я хочу иметь партнером? Как считается мой оборот? Мои дорогие друзья, ведь это вы пригласили человека, который решил делать карьеру в нашем бизнесе. Он купил 3 прибора. Он пришел в нашу компанию благодаря вам. Поэтому это ваш оборот. Если только он начнет приглашать новых людей, а не самого себя, а новых людей, будет считаться ему оборот. Пока это ваши старания, ваш оборот, каждый день, сегодня и сейчас. И это мы будем признавать в этом году. Это пленочное масштабное диагностирование. Это то, что ο κόσμος που θέλει να συμμετέχει είναι δραστήριος όλο το μήνα. Από την πρώτη του μηνός έως την 31η του μηνός. Γιατί με το marketing plan που έχουμε, είναι ένα marketing plan που κάποιος ίσως μπορεί και να ξεχαστεί. Σου λέει, όποτε συμπληρώσω τους πόντους, θα κάνω το step μου. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πίεση. Όμως εδώ μετράμε ημερολογιακά και αυτό έχει αξία. Дорогие друзья, наш marketing plan прекрасный, чудесный. Он для ленивых, он для тех, которые никто их не нажимает. Когда сделаешь step, получишь вознаграждение, когда собираешь баллы, получишь доход. Все нормально. Мы сделали конкурс для быстрых лошадей, которые бегут и которых время нажимает. Поэтому этот конкурс имеет заново подсчет каждый месяц. И каждый месяц с 1 по 30 считается ваша работа. Υπάρχουν ωφέλη τα οποία φαίνονται και ωφέλη τα οποία δεν φαίνονται στη διαφάνεια. Αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Δηλαδή, αν κάποιος πρώτος θα πάρει αυτό, ο δεύτερος αυτό, ο τρίτος αυτό και μετά στο τέλος του χρόνου πέσει όλα αυτά. Yes, в этом конкурсе еще и скрытые привилегии. Вы сейчас на этом слайде видите, какие подарки для победителей,
какие подарки каждый месяц, какие подарки для самых лучших в году, когда посчитаем все баллы вместе. Но есть еще привилегии, которые скрытые. Η ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί μέσα από αυτό το διαγωνισμό. Είναι αυτό που είδαμε εμείς πέρυσι. Τα καινούργια άτομα, οι καινούργιοι leaders, ο ενθουσιασμός που μπήκε στα δίκτυα, ο μεγαλύτερος τζίρος, τα αποτελέσματα στην Delta Airlines Holding επιχείρηση του καθενός από εσάς. Δεν είδες τις κρίτικες προβλήματα, αλλά με βάζει. Ρασκάζε, γιατί μου στο με, в прошлом году, их увидели. Что это такое? Это огромное развитие структуры. Команд. Это развитие структур, которые друг друга знают, потому что новые лидеры с самого начала известны всем. Они же каждый месяц признаются. Это большой энтузиазм, это большая конкуренция, это нервы, это неизвестность, это ожидание на начало нового месяца, когда Василис в Греции, а наш президент Роман в России выйдет и расскажет, кто в прошлом месяце был в первой пятерке. Θα πάρει και τους αντίστοιχους πόντους. Δηλαδή, αυτός που συγκεντρώσει το μεγαλύτερο τζίρο θα πάρει πόντους, όχι πόντους για να γίνουν steps. Μιλάμε πόντους για το διαγωνισμό. Θα πάρει λοιπόν ο πρώτος 5, 4, 3, 2, 1. Στο τέλος συγκεντρώνονται όλοι οι πόντοι αυτοί και οι πόντοι μας δίνουν τους τελικούς νικητές, όπως θα δούμε τώρα εδώ στην πορεία. Дорогие друзья, и не забывайте рассказывать своим новым партнерам и своей команде о баллах. В этом конкурсе они имеют большое значение, потому что мы каждый месяц суммируем баллы каждому человеку. И в конце года получается три победителя. Три победителя, которые все 12 месяцев старались быть в первой пятерке, которые делали все возможное, чтобы развивать свои структуры, чтобы делать продажи клиентские, и которые оказались самыми лучшими в конце года. Это протасима. Как делаете протасима в России, где смотрят команды от Сочи, от Москвы, от Екатеринбурга, от Нижнего Новгорода, от всех этих команд, которые смотрят, простиθενται οι πόντοι και ο νικητής στο τέλος παίρνει χρηματικές αμοιβές που είναι 2.000, 1.500 και 1.000. Μια εφάπαξ καταβολή που πραγματικά κάνει τη διαφορά στην τσέπη του άλλου. Таким образом, наша серьезная компания, которая занимается оздоровлением и разными методами оздоровления холистических, которые работают во всех 8 сферах, как рассказывает нам президент, тоже делает и лигу мастеров, как в футболе. В футболе тоже весь год все команды воюют друг с другом, чтобы стать победителем и чтобы получить кубок страны, кубок мира. Но и представьте себе, мы таким образом тоже создаем такой конкурс, где кубок года компании Delta Airlines получат три победителей, которые соберут побольше количество баллов. Кануташ, όλη αυτή τη διαδικασία. Σκεφτήκαμε να κάνουμε και κάτι επιπλέον, να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο. Και αυτό είχε καθαρά σχέση με το πρόγραμμα Welcome Business. Αυτός που παίρνει το Welcome Business είναι ο δυναμικός συνεργάτης. Είναι αυτός που θέλει να αλλάξει πράγματα στη ζωή του και στην υγεία του. Θέλαμε λοιπόν να βοηθήσουμε και να επιδοτήσουμε το ξεκίνημα του δυναμικού συνεργάτη. Γιατί το πιο σημαντικό είναι το πρώτο διάστημα. Αν κάποιος ξεκινήσει καλά, μετά δεν φοβόμαστε τίποτα. Οι πρώτοι 6 μήνες είναι πιο σημαντικοί. Θέλαμε λοιπόν να τον βοηθήσουμε, τον δυναμικό συνεργάτη, τον ελίτ συνεργάτη, τους πρώτους 6 μήνες. Но, мои дорогие друзья, улыбайтесь. Начало вашей следующей жизни, оно тоже сопровождается с нашими другими мотивационными программами. Дорогие друзья, мы хотели наградить и признавать человека, который серьезно смотрит на нашу компанию DTS. И поэтому получилась программа, первая программа лояльности, которая
признавала людей, которые вошли на три логина, так называемым welcome business вход. Потому что человек, который решал серьезно заняться бизнесом, он всегда брал три места, брал три прибора, чтобы показать людям все возможности оздоровления нашей компании. И наша компания все время думает, как признавать и как награждать таких людей, которые серьезно хотят начать. Πώς δίνουμε χρήματα λοιπόν σε αυτά. Ας ονομάσαμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό Fast Track Bonus. Fast Track σημαίνει γρήγορη διαδρομή, γιατί σκοπός είναι να κάνει μια γρήγορη διαδρομή. Και μπορεί κάποιος να πάρει όταν ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα μέχρι και τόσα χρήματα πράγματα. Επαέτομο, в конце прошлого года, начале этого, возникла программа Fast Track. Программа, которая дает с самого начала привилегии и получше возможности всем, которые зайдут в ходом Welcome Business. Ξεκινάει λοιπόν κάποιος με το Welcome Business. Ξεκινάει λοιπόν με τους τρεις κωδικούς. Εκεί που μέχρι τώρα για κάθε step που θα έκανε θα έπαιρνε 75 ευρώ, δηλαδή 4.500 ρούβλια, εδώ λοιπόν αντί για 4.500 ρούβλια θα παίρνει για 6 μήνες, για κάθε step, 6.000 ρούβλια. 33,3% παραπάνω, περισσότερο step. Αυτά είναι χρήματα. Δραγία, κάθε κατορή σεριόζνο δούμα ή ζασό να τριλογίνα, ουζε σ πιέρβο δνιά, πιέρβοιε 6 μήσατσε, παλουτσάει, вместо 4.500 рублей за каждый степ, так как до сих пор получал каждый партнер, получает 6000 рублей за каждый степ. Это уже первая возможность быстро начать. Вы скажете, ну а за сколько степов? А за сколько хотите? Просто в течение полгода сделаете один степ, получите один раз 6000 рублей, а сделаете их 100, получите 100 раз 6000 рублей. А может 1000? Пожалуйста, сколько хотите. Но это уже первый привилег для всех, которые серьезно хотят начать и заходят в ходом Welcome Business. Είναι για αυτούς που δεν ξεκινάνε με το welcome business. Αν όμως ξεκινάει, σβήστε αυτό από το μυαλό σας και το 4,5 γίνεται 6 για 6 μήνες. Поэтому, дорогие друзья, не 4,5. 4,5 тысяч рублей за каждый степ. Это простой вход. Простой вход в нашу компанию. И таких людей мы тоже будем награждать в нашем конкурсе, о котором мы сказали. Мы даже уменьшили вход в бизнес людям, которые еще серьезно на это не смотрят, но хотят попробовать. Уже заходя за 8500 рублей, получаешь логин партнерский и можешь нормально делать степы, которые стоят 4500, участвовать в нашем конкурсе «Партнер месяца» и «Партнер года». Но если ты зайдешь серьезно в ходом Welcome Business, первые полгода 4500 меняется на 6. И степы подороже ценятся. Сколько стоит кафе на пустыне? Не ανέβει στην κλίμακα του marketing plan. Γι' αυτό και εμείς, κάθε άνοδο που κάνει στην κλίμακα του marketing plan μέσα σε αυτό το εξάμεινο, το επιδοτούμε έξτρα. Μιλάμε για αυτό που έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμα Fast Track. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει και θα γίνει bronze μέσα σε ένα εξάμεινο, τότε λοιπόν, πέρα από τα step που θα πάρει, για τα 15 step που θα γίνει bronze, θα παίρνει λοιπόν τα παραπάνω 1500 ρούβλια για το κάθε step, θα πάρει και μια εφάπαξη καταβολή 30.000 ρούβλια. Для каждого, который зайдет в Welcome Business, компания смотрит, как он выполняет фаст-трек. Быстрый он, серьезный он. Он точно хочет
награждение и признание. Конечно, и тогда есть и добавительные награды. Награду, если первые полгода станет бронзовым мастером, это награда 330 тысяч рублей. Если станет серебряным, 90 тысяч рублей. Если станет золотом, 150 тысяч рублей. Но об этом все от экспертов во второй части нашего сегодня вебинара подробно расскажут наши эксперты. Сегодня пригласил наш президент Роман Новиков, суперэксперта, от суперлидера, бриллиантового мастера Юлия Судейко. Поэтому останьтесь во второй части, услышите подробную анализу этой супер программы Fast Track. Улыбайтесь. Это первый день начала вашей жизни в нашей компании. Αυτό που θα κάνει λοιπόν ο Γιούλιος Σουδέικο μετά είναι να μας δείξει πώς ο καινούργιος που θα πει το Welcome Business μπορεί να πάρει μέχρι και 420.000 ρούβλια παραπάνω μέσα στο τέτοιο. Λοιπόν, είναι ο νας εξπερτ, πριλαντοβοι μάστερ Γιούλιος Σουδέικο, расскажет нам, как может еще добавительно получить 420 тысяч рублей человек, который начинает серьезно работать и делать бизнес с нашей компанией. Και βέβαια, εδώ λοιπόν δεν ξεχνάμε ότι το Fast Track υπάγεται στο Welcome Business. Το ότι ήρθε το Fast Track δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον το Welcome Business. Είναι ήδη μέσα στο Welcome Business. Το Welcome Business συνεχίζεται. Δηλαδή, αυτός ο οποίος ξεκίνησε με τους τρεις κωδικούς, ήδη ξεκίνησε και λέγεται Welcome Business, ο σκοπός του να γίνει πλατινένιος μέσα σε τρία χρόνια. Не забывайте и наше старое программа. Это программа лояльности. Помните, машина, квартира. Вот, это все существует. Не забывайте, наши дорогие друзья, что если вы в течение трех лет станете платиновым мастером, получите 1 125 000 рублей в подарки. На что? А чтобы купить новую машину, а чтобы сделать первый взнос на вашу новую квартиру. И это не будет какая-то одолжение денег. Это будет просто подарок за вашу работу. Это будет признание. Потому что наша компания хочет вас награждать, хочет вас признавать. Улыбайтесь, улыбайтесь. Это прекрасный день. Πραγματικά πρέπει να δει ο καθένας. Είναι ότι στην τεχόλη, στην τέλη σχολή, δεν φέρνουμε κάτι καινούριο και αφαιρούμε κάτι που ήδη υπήρχε. Προσθέτουμε το ένα πάνω στο άλλο. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Если вы так себе спросите, ну хорошо, есть признание, есть награждение, есть конкурсы. Но а что еще может мне помочь делать бизнес с компанией DTS? Что мы развиваем наши продукты. Мы не меняем продуктов с старых на новые и другие убираем, а мы постоянно развиваем разную нашу линейку продуктов за тем, чтобы наша компания могла предложить каждому человеку холистический подход оздоровления. Разные методы оздоровления. Такие методы, которые каждому человеку, зависимо от его возраста, зависимо от его уровня здоровья, помогут ему держать свое здоровье на высоком уровне. Είμαστε σε πολύ ευχαριστή θέση, λοιπόν, να ανακοινώσουμε σε όλους ότι στην ρωσική αγορά θα είναι πλέον διαθέσιμο το καταπληκτικό νερό υδρογόνου, δηλαδή νερό το οποίο έχει μέσα μοριακό υδρογόνο, το περίφημο DEAQUA. Είμαι κάτι, είμαι чувствую себя очень рады, что мы можем вам сказать, дорогие друзья, после достаточного перерыва в России уже наш продукт флагман в Европе, продукт DEAQUA, водородная вода,
уже в России, и она уже с России не уйдет. Уже у вас, и вы можете пользоваться этой водородной водой и предлагать своим знакомым вот именно эту прекрасную бутылку Te Aqua, которая сделала огромнейший успех вот именно в Европе. Το Diacqua πλέον είναι ένα αξεσουάρ μας της καθημερινότητας. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το Diacqua. Το Diacqua όπου και να πηγαίνουμε, το παίρνουμε μαζί μας. Γιατί τι θέλουμε, αφού πίνουμε που πίνουμε νερό. Γιατί να μην πίνουμε νερό που αποτοξινώνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και ποιο είναι το πιο δυνατό αποτοξινωτικό μέσο, το υδρογόνο. Μη σ' Βασίλισσον, που δεν υπερισταυλιάζει και ζέστη, πες πουτελочки, Diacqua, πες βατερότνε υβάτε. Вы спросите, почему? Первый самый простой ответ, который приходит нам в голову, это ведь и так пьем воду. Ведь и так, вода – это наша жизнь. Без нее не было бы жизни. Почему не пить улучшенной воды? Почему не пить живой воды? Вот и это первый ответ, который нам приходит в голову. Το νερό είναι η ζωή. Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπου, του σώματος ανθρώπου, αποτελείται από νερό. Και το νερό πάει παντού. Όσο πιο ενυδατωμένος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιο υγιής είναι ο οργανισμός. Αλλά όχι μόνο, δεν είναι μόνο θέμα υγείας, είναι και θέμα ομορφιάς. Γιατί όσο πιο ενυδατωμένο είναι το πρόσωπο, τόσο πιο υγιές είναι το πρόσωπο. Το νερό με υδρογόνο θα είναι και για εσάς τις κυρίες και για τους κυρίους που θα το πιούν το καλύτερο συστατικό ομορφιάς, η καλύτερη κρέμα προσώπου. Но у нас в Греции пьем очень много воды. Но этой воды пьем не только потому, что нам хочется пить, а потому, что у нас очень много солнца, очень много жары, организм это требует. А женщины считают, что вода – это самый лучший крем для лица. Вода – это увлажнение тоже кожи. И здесь гречанки вообще не воображают себе жизни без того, чтобы не выпить 2 или 3 литра воды в день. Это считается и секрет красоты. А если ты еще пьешь водородную воду, вот это уже мы переходим на высший уровень присмотра за нашей красотой. Εκπληκτικό με το Diacqua είναι ότι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει τρεις διαφορετικές χρήσεις. Το ένα είναι για να πίνουμε το υδρογόνο, δηλαδή μέσα σε 5 λεπτά, μπορούμε και 10, αλλά έστω και μέσα σε 5 λεπτά, πατώντας ένα κουμπάκι από το νερό που έχουμε βάλει, θα πιούμε λοιπόν νερό εμπλουτισμένο με μοριακό υδρογόνο. Μπορεί κάποιος επίσης να χρησιμοποιήσει νερό με όζον, γιατί έχει ειδική χρήση, ειδικό κουμπί που πατάς και κάνεις όζον. Καθώς επίσης μπορεί κάποιος και να εισπνεύσει το υδρογόνο, θα δούμε τι αποτέλεσμα έχει αυτό μετά στην υγεία. Дорогие друзья, пьем водородную воду, нажимая кнопочку на 5 или 10 минут, и мы получаем суперантиоксидант, мы получаем живую воду в наш организм. Мы включаем возможность озоновой воды и полоскаем наш рот и моем нашу кожу, а также наши продукты озоновой воды, которая убивает все бактерии. Или мы делаем ингаляцию водородной воды. Ингаляцию, чтобы еще быстрее водород прошел в нашу кровь. Και θα ρωτήσει κάποιος, τι είναι αυτό τελικά που κάνει το υδρογόνο τόσο δυνατό στην αποτοξίνωση. Είναι πάρα πολύ απλό. Το υδρογόνο, σαν στοιχείο, έχει το μικρότερο ατομικό βάρος που υπάρχει στο σύμπαν. Έχει ατομικό βάρος 1. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα, επειδή είναι τόσο μικρό, να χωράει παντού, να μπαίνει μέσα στο κύτταρο και να κάνει την αποτοξίνωση μέσα στο κύτταρο. И не забывайте, мои дорогие друзья, здоровье – это прежде всего очищение. Очищение организма сейчас уже не нуждается в специальных терапиях, специальных выездах в санаторий, специальных процедур. Очищение у вас, в вашей сумке – это водородная вода. Хотя почему? Ведь не забывайте, водород имеет самый маленький атомный вес. Он проникает в клетку, он заходит везде. И он везде может очищать наш организм, даже в самой маленькой клеточке. То идрогоно
μπορεί και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες. Τις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται συνεχώς μέσα στον οργανισμό μας. Είτε από τον καπνό μπορεί κάποιος να καπνίσει, είτε από κάποιο ποτό που μπορεί να πάρει, είτε από το οξυγόνο που αναπνέει, είτε από το μεταβολισμό του ανθρώπου από αυτά που τρώει. Συνεχώς δημιουργούνται οι ελεύθερες ρίζες, οι οποίες επιτίθεται και καταστρέφουν τον οργανισμό. Αυτό ακριβώς εξουδετερώνει το υδροπόνο. Внимание, вот эти вы, дорогие друзья, которые курите, дорогие друзья, которые кушаете много мяса, дорогие друзья, которые живете в больших городах и дышите смогом, вот эти все свободные радикалы, водород вам свяжет и удалит. И это у вас в сумке. В сумке. Бутылочка, да. Ότι θα φορέσει αυτή την κρέμα που καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες, κάνει και τίποτα δεν μπορεί να πάει πιο βαθιά στον οργανισμό από το υδρογόνο. Γι' αυτό ακριβώς είναι όλο το αποτέλεσμα. Και ничего не зайдет так глубоко в нашу клетку, как наоборот. Υπάρχει λοιπόν όμως και η δεύτερη δυνατότητα, που είναι η δυνατότητα το να δημιουργήσουμε όζον. Αυτό κανονικά δεν το πίνουμε, όμως πού το χρησιμοποιούμε. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος με γαργάρες, αν έχει κρυώσει. Μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει για τα πόδια του, είναι αντιπυκτησιακό, μπορεί να ξεπλύνει τα λαχανικά του. Είναι για χρήση αντιμικροβιακή. Υπάρχει λοιπόν ειδικό κουμπί που δημιουργεί στο όζο. Υπάρχει και τρίτη εντυπωσιακή δυνατότητα, που είναι το να εισπνεύσουμε το υδρογόνο. Όταν εισπνέεις το υδρογόνο, αυτό μπορεί να εισέλθει μέσα στον εγκέφαλο, να ξεπεράσει αυτό που λέγεται αιματοεγκεφαλικός φραγμός. Αυτό λοιπόν θα του δώσει δυνατότητα να αποτοξινώσει τον εγκέφαλό μας και να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν νευρολογικά προβλήματα. Во-первых, побольше водорода заходит в каждую клетку, а во-вторых, проникает этот водород через спинномозговую жидкость и заходит прямо в мозг. Идет очищение всей центральной неврологической системы. И это тоже важно. Υπάρχουν χιλιάδες κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι κάνει το υδρογόνο την αποτοξινωτική του δράση. Δεν είναι κάτι που λέει η Data Ellis Holding και είναι κάτι που το κόσμο το ακούγει πρώτη φορά. Είναι πολύ γνωστέ, δημοσιευμένε μελέτε και μπορούμε αυτέ να τι δώσουμε σε όποιον θέλει να τι δει. А наша компания поэтому обогатила свою продуктовую линейку в ДАКО. Можете ακόμα την ώρα που δημιουργείτε το νερό με το υδρογόνο, το εμπλουτισμένο, να βάλετε δίπλα να παίζει και το Mini Energy στο πρόγραμμα που επιθυμείτε και το Mini Energy να δημιουργήσει τις συχνότητες αυτές μέσα στο νερό, ώστε να πίνουμε το νερό το οποίο έχει και τις συχνότητες του. Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες με την τεχνολογία μας. И можете, дорогие друзья, включить любую вашу программу, самую любимую, в Energy Boss. Положите, чтобы водородная вода насыщилась этой информацией, и тогда будет вообще бомба, а не вода. Супер здоровая водородная вода. Εμείς κλείνοντας, θα θέλαμε να συγχαρούμε το ρωσικό δίκτυο για την ανάπτυξη που κάνει στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλά δίκτυα που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο και οι σπόνσορες είναι εσείς οι Ρώσοι. Και είναι φυσικό, αφού είναι μια ρωσική εταιρεία. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Γιούλιο Σιμπγκέικο, στην Τατιάνα Κάρποβα και στην ομάδα του για τη μεγάλη επιτυχία που κάνανε να δημιουργήσουν το άνοιγμα της αγγλικής αγοράς, η οποία είναι μια αγορά φανταστική, με πολύ μεγάλο τζίρο και με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Για
потому что наши информации всегда позитивные. И компания DataEvis есть этой компании, чем хвалиться и о чем говорить. Наконец, хотели бы мы поздравить вот русскую команду, наших русских лидеров за прекрасное развитие в Европе. Особенно в такой стране, как Великобритания. Мы очень благодарим нашего бриллиантового мастера Юли Судейко, нашу прекрасную Татьяну Карпову, лидера Скрыты, которая находится в команде Юлия Судейко, за их старания, ежедневный труд, чтобы развить эту прекрасную страну. А хочу вам сказать, англичане – непростой народ, требующий. И хотим сказать, что вот именно вам, вашим русским структурам, вам, русским лидерам, получается покорять Европу. Браво, мы гордимся вашими стараниями. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε η ώρα του να ξεκινήσουμε, ότι το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή είναι να ξεκινάς και πιστεύω ότι θα δώσουμε πάρα πολλά για να μπορέσετε να ξεκινήσετε την Αμερική. И наконец, улыбайтесь. Самое важное в жизни – это начинать и, конечно, получать признание. Спасибо, дорогие друзья. Всего Агнешка, Василис, огромная благодарность за вот этот позитив, за вот этот настрой внутренний, который всегда от вас исходит. Все десятилетие, сколько я с вами иду уже рука об руку, благодарю вас за вот это вдохновение. Но самое главное, вот вы поздравили Юлия, вы поздравили Татьяну, но я с полной ответственностью могу сказать, что этот успех, который сегодня есть в Англии, там очень много работы, туда выезжают сейчас врачи. Василис напрямую ведет переговоры на английском с нашими экспертами, которые там присоединяются, предпринимателями. И это все командная работа. Дорогие мои партнеры, ставьте перед собой большие цели, верьте в себя и улыбайтесь. Как об этом? Улыбайтесь, всего доброго. Василис, благодарю вас, мысленно обнимаю вас.